ты еще ждать? Сколько может длиться этот перерыв? Я надеюсь, что все готовы. Полита, ты готова? Да. На план, пожалуйста. Генрих, надеюсь, что у тебя все в порядке. Дамы и господа, внимание. Камера. Кроме кино
нет ничего. Есть. Пола, ну подожди, подожди, Пола! Хочешь сходим в ресторан? Вдвоем, только ты и я. Закажем столик, шампанское, цветы. А потом вернемся сюда. Вдвоем. И отсмотрим весь отснятый вчерашний материал. Я не могу. У меня встреча. Подожди, ты что, нашла кого-то более деспотичного, чем я? Кого-то, кто будет любить меня больше. Больше жизни? По крайней мере, больше работы. Свадьба через месяц. Я пришлю тебе приглашение. Нельзя не считаться собой.